Она называется «Санремо», и это вышито на футболке золотыми поэтками, на хлопке жгучего черного цвета, что так выигрышно контрастирует с желтой юбкой оттенка солнца. Спасибо, Настя. Я приглашаю следующих девушек, чтобы продолжить тему наших замечательных футболок. Как тебе? Андрей, я так люблю хищных животных. Ну, наши девушки умеют укрощать хищных животных. И эта коллекция действительно посвящена теме анималиста. И это, с одной стороны, классика, никогда не выходящая из моды, и в то же время очень стильный модный тренд. Между прочим, я заметила то, что она очень хорошо тянется. Это стратегия Faberlic. Мы стремимся обеспечить нашим консультантам безопасные продажи, комфортную одежду. Для чего? Для этого... Для того, чтобы вы успешно делали свой бизнес и чувствовали себя превосходно, для этого мы используем много эластичных тканей. Ты можешь проверять все наши вещи в коллекции, чтобы проверить, насколько я прав. Эластичность. Да-да-да. Значит, я сегодня буду экспертом со стороны потребителя и буду проверять все ткани на наличие эластичности. Окей, давай. Она еще, я заметила, очень свободная, очень красиво смотрится. Это зачем? Ну... У нас есть две базовые конструкции. Во-первых, у нас есть прилегающие футболки базовые, которые льстят фигуре. Но для более модных современных девушек мы предлагаем прямой силуэт. Ну, тут есть еще один секрет. Конечно, если вы чуть-чуть отличаетесь от стандартного размера, то это позволяет вам безопасно купить футболку, если она чуть-чуть больше. Это будет выглядеть так же эффектно и стильно, как в наших любимых элегантных моделях. Людмиле и Александре. Они выглядят превосходно. Божественно. Андрей, я вот заметила, то, что уже было три лука в желто-черных цветах. Вот что-то мне это напоминает. Ну это же Италия, Санремо. Представьте или вспомните фильм Феллини, по-моему, «Брак по-итальянски», где Софи Лорен идет по Санремо или какой-то другой итальянский уровень. Они все такие прекрасные, и все мужчины смотрят, потому что она в точенном черном платье. Но об этом платье чуть-чуть позже. Кстати, какая замечательная цена на эту футболку. Всего лишь 799 рублей по цене каталога. А для наших консультантов цена будет еще ниже. Еще дешевле. И хочу заметить, что... Черный и золотой не обязательно единственный комплект. Я хочу показать, спасибо, Саша, приглашаю Эльзу на наш подиум, как это классно будет выглядеть с яркими шортами. Давайте сделаем еще один жаркий солнечный акцент летом. Я не могу расстаться с этой футболкой. Провожу, и так приятно. Неужели это бархат? Это особая технология, называется флок. У нас всегда очень изысканные декоративные детали на наших вещах, и это бархатное напыление. Андрей, у нас уже очень часто в кадре мелькает юбка желтого цвета. Это наверняка не случайно. Да, Эльза, спасибо. Я приглашаю на сцену Настю. И я хочу сделать акцент на эту юбку, которая must-have. Что такое must-have? Обязательная для всех девушек в этом сезоне. Это клешонная юбка силуэта New Look, который придумал Dior еще много лет назад и создал этот образ. Конечно, хочется смотреть на эти красивые юбки, и сразу вспоминаешь море, прогулки, такое настроение романтическое. Ну, конечно, романтическое, потому что образ New Look, который придумал Dior, называется романтический силуэт. И он идеален для всех женщин. Ну что, мы будем проверять на наличие эластана? Ну, давай. Конечно, да-да-да. Да, действительно, ткань тянется, очень хороший хлопок, держит форму. Да, действительно, эта юбка стоит своих денег. И стоит она всего лишь 2499 рублей по цене каталога. А для консультантов? Еще ниже. Хочу обратить внимание Наталью. И всех, внимание, Наталья, всех наших зрителей на блузку черного цвета. Очень лаконичный образ на Анастасии, женственно элегантно, при этом очень выразительно. Неужели это шелк или какой это материал? Это не шелк, но по свойствам похож. Это креп. Особого кручения нить делает ткань мало мнущийся и очень пластичный, что так женственно. Действительно, тогда на лето это будет идеальный вариант для офиса. Обязательно ее себе куплю. Тем более цена всего лишь 1299 рублей по цене каталога. Спасибо, девушки, вы прекрасны. А я хочу спросить Наталью. Ты сделала свой выбор как ведущая, и мне кажется, ты угадала с выбором платья. Да, действительно, это мой выбор. Просто, Андрей, когда я узнала, что буду стоять на сцене вместе с тобой, я поняла, что мне нужно роскошное платье. Вот что-то просто супер-мега-крутое. Это настоящая итальянская барокко. Я приглашаю на сцену
Александру, чтобы мы увидели, как это шикарно выглядит на наших элегантных моделях. Это наш классический крой рубашка. Очень удобен, прямого силуэта. Вы можете с помощью тоненького ремешка его приталить или носить прямо. Оно расстегивается, и если вы не застегнули нижнюю пуговичку, то это льстящая идея для того, чтобы подтянуть вашу изысканную щиколотку. И вытягивает вашу фигуру. Изысканный барочный орнамент. Действительно, цена его 4599 рублей. Но, девушки, это достойное вложение в себя любимую. Но я хочу еще обратить внимание на ансамбль аксессуаров, которые мы предлагаем к этому платью. Это прежде всего туфли, лодочки на изысканном каблуке, называется китен. Он маленький, но очень привлекательный. Фигурный вырез делает их удивительными. Это только у нас в коллекции есть этот силуэт. Дальше, конечно же, это сумка классического размера, которую можно использовать для офиса с тиснением под крокодила. Это тоже роскошно. Ну и роговые очки. Это просто великолепно. Потрясающее платье. Я с ним не расстанусь никогда. Спасибо, Саша. Мы продолжаем тему барокко, и я на эту сцену уже жду наших новых моделей. Это еще один супер-хит нашей коллекции. Леггинсы, которые по лампасу декорированы орнаментом барокко. Вот, кстати, я всегда сомневалась в орнаменте на леггинсах, но смотрю то, что здесь выглядит все очень гармонично. Правило. Если вы делаете акцент на орнаментированном низе, брюки или леггинсы, то нужно к нему в комплект взять что-то монотонное. Это идеальная белая блузка из шикарного хлопка в нашей коллекции, подходит безупречно. Плюс можно ремешок, вы можете приталить, а можно носить на выпуск. Кстати, цена этой великолепной блузки 2199 рублей. А для наших консультантов... Еще дешевле. Да, конечно, мы делаем привлекательные, идеальные предложения для наших консультантов и покупателей. Но верх элегантности, когда леггинсы, вы одеваете тон в тон сверху. Я приглашаю на сцену Анастасию. И мы видим эту креповую блузку, черную уже с леггинсами и с туфельками. Выглядит не так стритово, не так кажуально, но элегантно. Мне кажется, даже можно одеть в офис. Конечно, а ткань плотная, она тянется. Я уже как эксперт это проверяю на каждой вещи. И оно действительно подойдет ко всему. Плюс очень большой то, что оно скроет мелкие ваши недостатки, если они есть. Я уверена, что это достойный выбор. Тем более цена их всего лишь 1599 рублей по цене каталога. А для наших консультантов? Еще дешевле. Девушки, спасибо большое. А я приглашаю на сцену модели, которые сделают наш показ еще ярче. Это... великолепное платье силуэта New Look красного цвета. Андрей, вот почему же красный цвет не оставляет равнодушным ни одну женщину? У каждого цвета, Наташ, есть своя символика. У красного удивительная история. Вот, например, уверен, ты выходила замуж в белом платье. Да, да, да. А когда-то и на Руси, и в Европе, и в Индии, везде свадебным платьем было платье красного цвета. И, может быть, поэтому в русском языке красный – красивый. Поэтому девушки наши всегда красивые, обворожительные. Действительно. Очень интересно. Теперь мы будем это знать. Тем более цена этого платья 3499 рублей по цене каталога. А для консультантов? Конечно, еще дешевле. Обязательно его себе закажу. Наташа, еще не все. Я прошу оператора сделать крупный план. В комплект мы предлагаем удивительные ансамбли с бижутерией. Это браслеты, серьги из ажурного плетения. Шикарно, скромно и элегантно. Мне кажется, это очень круто выглядит. Спасибо большое. А я продолжаю тему красного цвета и более стритовый стиль, более молодежный. Итак, Эльза показывает красные шорты с еще одним хитом нашей коллекции с футболкой. Присоединяется к нам роскошная Алина. Черные шорты и белые сникерсы. Очень элегантно, очень стильно. И обратите внимание, в чем хиты и интересность коллекции. Футболки не простые, а обильно декорированные. Вот, кстати, декорированные. А как их правильно стирать? Очень просто. Деликатный уход. Вывернули 30 градусов, деликатная стирка. И не забудьте, в Faberlic есть специальные стиральные средства для таких вещей.
лучшие, поверьте, я проверил. Действительно, очень здорово, модно и классно. Это по-летнему, поэтому нужно обязательно приобретать. Тем более цена данной футболки всего лишь 899 рублей по цене каталога. А для консультантов? Конечно, еще дешевле. Еще дешевле. Спасибо, дорогие мои. А теперь, Андрей, ты обещал рассказать про одно просто потрясающее платье. Про черное платье от Софи Лорен. Я приглашаю на сцену одну из моих любимых моделей, Людмилу. Она всегда наша любимая модель, поддерживает на всех наших мероприятиях. Это идеальный крой. Это демонстрация того высокого уровня мастерства наших дизайнеров и продакт-менеджеров, который добивается идеальной посадки. Оно здесь тоже тянется, да? Здесь тоже есть эластан. Проверила. Конечно, обязательно. Контроль качества пройден. Еще мне очень нравятся эти бесподобные туфли и шикарный платок. Элегантно. Элегантно, элегантно. Обращаю внимание, что наши лодочки тоже предназначены для украшения хищных животных. Тоже в них есть анималистичный принт. И в комплект мы предлагаем прекраснейший платок. Тем более его цена всего лишь 499 рублей по цене каталога. А для консультантов? Конечно, еще дешевле. Просто смешная цена. Спасибо, Людмила. Я продолжаю тему casual и приглашаю еще двух прекрасных девушек. Тоже шорты, но уже другой образ, яркий акцент. Снова красный. Наверное, это хит этого сезона. Уверен, это пойдет всем. Это дает настроение. И очень важный момент, что шорты – это еще один must-have на это лето. Каждая девушка должна не стесняться и с уверенностью носить шорты, как прекрасно это выглядит на Стасе. И вновь здесь у нас есть эластан. Контроль качества пройден. Да, контроля качества не уйдешь. И замечу, что мы действительно стремимся все товары подвергать жесточайшему контролю качества. Между прочим, шорты – это очень смело. А можно ли их носить в офис? Можно носить в офис, тогда это будет стиль smart casual. Вроде бы повседневный casual, но с какой-то модной идеей. Главное, чтобы это было для вас комфортно. И цена шорт составляет всего 1999 рублей по цене каталога. А для консультантов? Еще на 20% дешевле. Хочу еще обратить внимание на обувь в наших коллекциях. Smart Casual разрешает носить не только каблуки, но и плоскую подошву. У нас идеальные белые кроссовки, сникерсы. Конечно, я согласна. В коллекции каждой леди должны быть белые сникерсы, потому что они просто подойдут к любому вашему образу. И цена их составляет 1599 рублей по цене каталога. А для консультанта? Конечно, еще дешевле. Спасибо большое, девушки. А я хочу добавить еще солнечных нот в наш показ. Приглашаю наших моделей, которые продемонстрирует вот уж действительно модный smart casual офис. Действительно. Шелк и солнечный цвет. Это ярко, бодро и солнечно. Интересно, а что же это за ткань? Это тот же самый наш фирменный креп, который повторяет свойства шелка, но он меньше мнется, удобен в стирке. В общем, наши безопасные продажи. Цена этой потрясающей блузки всего 1499 рублей по цене каталога. А для наших консультантов? Еще дешевле. Девушки, зарабатываем и носим с удовольствием, покупаем такие замечательные вещи. Ну и спасибо большое. Апофеозом нашей солнечной темы будет мое любимое платье, которое нам покажет Алина. Действительно шикарное платье. Сейчас я его трогаю, не могу остановиться. Что это за ткань? Это фирменная история в Фаберлике. Это джерси. Мы специально используем эту ткань для легких, удобных, практичных моделей, как в этом платье с запахом. И обратите внимание, декольте подчеркивается маленькой стойкой с очками в роговой оправе, да плюс еще, опять же, наши хищные туфли. Это прекрасно. Это очень женственно. И я вижу то, что идеально сюда подходят лодочки на низком каблуке. Но я бы еще добавила сюда обязательно в образ красную помаду. Красную помаду? Ты знаешь, когда мы снимали ролики с Ренатой Литвиновой, она всегда любила определенный оттенок. Я даже помню, как он называется, экспрессивный красный. Девочки, записывайте номер 40-172, я даже запомнил. Не зря. Цена этого потрясающего платья 2499 рублей по цене каталога. А для консультанта? Еще дешевле. Ну что же, дорогие мои друзья, это прекрасный выбор. Андрей, меня интересует твой выбор. Выбор настоящего эксперта.
Кстати, я сделал свой выбор, у нас небольшая мужская коллекция, прекрасная, и я не удержался, купил 5 мужских рубашек изо льна с хлопком, которые сейчас на мне, 5 штук, так что успейте купить себе и своим хищникам, которых вы будете украшать в нашей прекрасной коллекции. Мало того, что себе купил, так я думаю, еще и нам с вами мало останется. Поэтому да, девушки, я уже чувствую, что в начале каталога у нас с вами будет большой объем продаж, потому что каждая из вас уже полюбила определенные модели, как, например, я. Я для себя выбрала огромное количество, поэтому буду брать абсолютно все, тем более в нескольких размерах. Ну так, на всякий случай. Вовремя встаем, вовремя покупаем. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу пригласить на этот подиум всех участниц нашего показа. И это был прекрасный опыт. Это была коллекция Sanremo, это была Наталья Жук. Это были лучшие, самые красивые девушки в нашей стране, потому что это Faberlic. А про сервис по подбору одежды вам расскажет директор по цифровому маркетингу Рафаэль Абишин.